Не случайно Международный день защиты детей ежегодно отмечают 1 июня. Именно с этого замечательного праздника у мальчишек и девчонок начинаются долгожданные летние каникулы. Самое большое внимание уделяем мы детям. И этот праздник прежде всего для детей. И как хорошо, что в нашем районе уже существует на протяжении многих лет добрая традиция вот так массово отмечать этот праздник. В этот день в Центральном парке Видного, куда горожане пришли семьями, организовали разнообразную развлекательную программу. Каждый ребенок мог найти занятие по душе. Например, можно было испытать судьбу в розыгрыше призов или поучаствовать в интересных мастер-классах. Особо большой интерес не только у детей, но и взрослых вызвала игра в поваренка. Дочки Надежды Шошиной с удовольствием проявили свои способности в украшении вкусных капкейков. Дети могут проявить свое творчество, и в то же время это сладкий и приятный сюрприз после мастер-класса. Я вот мечтала стать кондитером, и это вот получилось сегодня. Вот. Основная сложность – это намазывать сливки, потому что если ты надавишь, у тебя вот это вот вокруг вот как бы размазалось. И понравилось то, что ты везде вот берешь, вот так насыпаешь. Для любителей спорта были подготовлены веселые подвижные игры. Все от мала до велика могли испытать свои силы в увлекательных эстафетах. Пошли! Для тех, кто проголодался, работала полевая кухня, где можно было подкрепиться вкусной гречневой кашей с мягким хлебом и компотом. А также специально для виновников торжества пожарные провели мини-экскурсию. Показали свой служебный автомобиль, позволили детям посидеть за рулем и даже примерить элементы их спецкостюма. Можно сфоткать? Конечно. Давай, Авраам, иди сюда. Аккуратно, по ушам. Ну и какой же праздник без веселой музыки? Творческие коллективы и артисты Ленинского района подарили всем яркие танцевальные и вокальные номера. Дочка смотрела концерт, понравилось, еле оторвал, говорю, пойдем зверей покормим. Пошли. Так, нет, ни в какую. Молодцы, спасибо. Праздничные гуляния продлились до позднего вечера. Первый день лета для мальчишек и девчонок Ленинского района действительно получился очень теплым, веселым и сказочно впечатляющим. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.